Друзья, всем привет, это Саша Сова, преподаватель вокала! Ну что же, друзья, все уже сделали реакцию на это мероприятие, кроме меня. Сейчас объясню, какое. Я думаю, вы по превью уже поняли. Но у меня есть уважительная причина. Я нахожусь в процессе переезда из одной стороны в другую. И у меня дома все вверх дном. Поэтому я вот буквально сейчас досниму все видео, которые надо доснять. Пакую свой свет и просто все в чемоданы. И жду, когда вот будет мой самолет. Я также про свой переезд сняла частично видео, если вам интересно, я его выложу, я просто не знаю, насколько вам интересно знать о моей какой-то личной жизни, поэтому, если вам интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, и я буду думать, выкладывать его или нет уже, потому что я его сняла, по крайней мере, ответ на вопросы сняла, которые мне задавали в моем телеграм-канале, пожалуйста, подписывайтесь на мою телегу, мы там классно с вами иногда болтаем, не теряйтесь, тем более сейчас с ютубом, как я знаю, возникают большие проблемы. И пока вы меня видите, чтобы не потеряться, пожалуйста, переходите в Телеграм, там все новости обязательно в первую очередь. Ну что ж, друзья, а поговорить я хочу о чем с вами? Это то, что группа Годжира выступала на открытии Олимпиады во Франции, а Годжира же у нас это французская культовая группа, вообще во Франции мало метал-групп известных, таких вот прям на весь мир, мне кажется, да? Ну, конечно же, также выступали на Олимпиаде и Селин Дион, парень, который представлял на Евровидении в этом году Францию, простите меня, пожалуйста, я забыла его имя. Также Лара Фабиан выступала, и Леди Гага как главная француженка, ну, конечно же, факел нес Снуп Дог, и тоже главный француз, но не суть. Главная группа Годжира, которую мы с вами хотим сегодня обозреть, и я хочу, на самом деле, немножечко углубиться в этот обзор, и не только обозреть само выступление, и поговорить о вокале Джо Дюплантье. Итак, друзья, группа Годжира исполнили песню Великой Французской революции. Я вам позже скажу, какой. Давайте посмотрим. Начинается все с того, что вот так выглядящая Мария Антуанетта эту песню запевает. Погнали. Мария Антуанетта. К сожалению, у нас есть комментарии. Godzilla, banda de death metal francesa, con una canción de la revolución que había retomado a su vez una melodía de María Antonieta y en la prisión donde estuvo la reina antes de ser decapitada. Очень красивый момент. Ah,
asairá, todo caminará. Gojira, banda de death metal. La creación del doctor Josephine Nas Guillotine y por su apellido Guillotina. Так, друзья, это было сильно, хоть я и не скрою, что я частично видела это выступление. Давайте немножечко обсудим вообще то, что мы сейчас с вами увидели. Во-первых, это песня Великой Французской революции, и в оригинале, скажем так, она звучит как-то так. Как она звучит в оригинале, как такая типичная французская история. Звучит довольно весело, но текст там не веселый. Я думаю, что если вы погуглите, что такое французская, Великая Французская революция, вы все сами поймете. И причем здесь Мария Антуанетта тоже, мы сейчас это все разберем. И почему вообще Франция выдвинула вот такой концепт, да, скажем так, с Марией Антуанеттой, с вот этой вот всей историей и так далее, связанной с революцией. Ну, во-первых, Мария Антуанетта была одной из первых жертв казней, да, после которой начался, как, насколько я помню, это называлось что-то типа «Великий террор», поправьте меня, пожалуйста, если я могу ошибаться. Она была одной из первых жертв казненных во время старта этой революции. Вообще, времена Великой Французской революции, времена казни Марии Антуанетты, это темные времена для Франции. Мария Антуанетта, конечно, изображается здесь в таком приличном, скажем так, виде, да, визуальном, я имею в виду ее какой-то наряд там и так далее, но понятно, что здесь красная вот эта вот вся история, красная, кровавая, ассоциируется именно с темой казней, да, я не знаю, можно ли такие слова произносить на Ютубе или меня заблочат за это, но не суть. Надеюсь, вы хотя бы просто сможете загрузить это видео и посмотреть в нынешних условиях. Конечно, Мария Антуанетта не в таком состоянии закончила свою жизнь, скажем так, в более плачевном. Тем не менее, да, здесь именно это идет показывание, скажем так, кровопролития, да, и вот эта финальная сцена. Это тоже очень красиво выглядит, на английском языке есть слово spectacular, это именно вот так театрально, да, но, если честно, если издалека смотреть, прям очень правдоподобно, как будто бы фонтаны крови выстрелили, и это очень красиво, и это очень вот spectacular, и это очень правдоподобно, и мурашки в этот момент, потому что именно после казни Марии Антуанетты пошла череда казней, там погибло, там десятки тысяч людей были казнены, десятки тысяч людей закончили жизнь в тюрьмах, безумно какое-то количество людей вот в этих вот гражданских боях погибло, плюс там же еще параллельно во Франции в это время была война, там, в общем, какое-то месиво просто было кровавое, и вот эта картина, в принципе, хорошо олицетворяет Францию тех лет, да, когда просто фонтаны крови, просто что-то какое-то, вот, если даже просто читать эту информацию, освежите в памяти, почитайте, ты просто читаешь такой, боже мой, это просто даже вот по какому-то сюжету, и это выглядит вот так, по вот этому сюжету это выглядит вот примерно вот так, как, если в двух словах, да, фонтаны крови, кровь, кишки, потому что там такая была дичь в эти времена, что просто от какого-то краткого просто описания, если честно, стынет кровь. Я вот нечего другого сказать. Плюс, конечно же, все мы знаем, как закончила Мария Антуанетта. Она закончила вообще очень печально. Ее вина, ну, скажем так, частично она была наказана, конечно, зазря, но тогда люди были просто в таком каком-то неадекватном состоянии, да, где жестокость, она просто зашкаливала. Люди были доведены просто до какого-то уже нереально плохого состояния, да, и это история Франции, и Франция решила
показать это на открытии Олимпиады. Что может круто отразить жесть тех временов, так это метал-группа Годжира с необычным вокалом. Они же, видите, как преобразовали песню, да, совершенно по-новому. Мы не узнаем этот трек. Трек, господи, как не узнаем эту песню революционную. То есть они здесь поют главные слова, они их не повторяют, да, то есть они вот в своем вот этом таком метальном, грувовом стиле, они это все играют, и вокалист поет, так достаточно брутально, жестко, и это реально жесткие времена, и кого как ни Годжиру позвать, замечательную и суперизвестную гордость французской метал-сцены, скажем так, да, известную на весь мир, кто, если не они. Да, а пишет вот эти действия. И я вообще заметила, что Франция, открывая Олимпиаду, больше показывала на открытии именно какие-то исторические вещи. Все, что связано с Францией, вот с лицом Франции, с историей Франции, спорт будет дальше, а вот именно открытие, да, какое-то представление, это... больше вот про историю Франции, нежели чем про спорт. Возможно, такое открытие подошло бы больше для Евровидения, конечно, вот, нежели чем для Олимпиады, но мне понравилось, честно, почему? Потому что Франция вот такими страшными способами боролась за свою свободу, и они свободно показывают, что хотят. Хотят Годжиру с кровью, хотят... чувачков на каблуках и с бородками, да, это то, чего они добивались, это то, за что они боролись, свобода самовыражения, свобода жизни, какие-то равные возможности и так далее. Конечно, все равно классовое расслоение, оно никуда не делось, ни в одной стране, но тем не менее, мы все знаем вот этот дух Франции революционный, да, и есть какие-то даже мемы про французов постоянно на эту тему, они все время протестуют, они все время за что-то борются, это у них в крови, действительно, после таких событий, неудивительно, да. Здесь я думаю, что это, конечно же, скорее всего, фонограмма, все. Я так думаю. Я думаю, конечно, что это все неживая история. На таких мероприятиях редко что-то бывает вживую. Просто хотя бы из-за вот какого-то нахождения их в пространстве, да. Я сомневаюсь, что это живое выступление, это, скорее всего, предзаписанное выступление, но оно и не обязывает быть живым. Здесь больше сам факт, как бы, да, проведения подобного рода вот постановки, да, важен, нежели чем живое выступление. Склоняюсь к тому, что это, конечно, запись. Вот этот момент, как я сказала, меня впечатлил очень зрелищная история. Может быть, конечно, вокалист где-то что-то, может быть, есть какой-то шанс на живое выступление, но, опять же, я не думаю, что это так. Просто на таких мероприятиях мало кто обычно поет вживую, особенно если какие-то стадионные вещи, особенно если какие-то масштабные вещи. Это достаточно опасная история, тем более в прямом эфире, но, как я уже сказала, здесь это не главное. Но... еще вокал Джо славится вообще тем, что все обычно интересуются, как же он так поет, все его тембром интересуются. Я посмотрела
много видео на Ютубе о его вокале, о том, что очень многие делают видео о том, как он поет, как сделать такой же вокал. У него такой интересный, скажем так, тембр, да, и в экстрим-вокале, и в чистом вокале. У него, его отличительной чертой являются вот как раз такие pitch growl, pitch screams, я бы сказала, да, если говорить по-английски, pitch scream, pitch growl, это когда такой идет яркий экстрим вокал плюс большое количество тона, и при этом яркая мощность, большая мощность вокала, яркий тембр и так далее, и, конечно же, все интересуются этой всей историей. Мы можем с вами глянуть видео из студии, как Джо записывает свой вокал. The sky is all! Don't be afraid to breathe in. Посмотрите, да, как он долго эту ноту тянет, что уже вот так вот ушел просто в микрофон на себя, да, за собой потянул вперед. А слышно яркий тон, слышно много экстрим-вокала. А у экстрим-вокалистов, особенно каких-то ярких, профессиональных экстрим-вокалистов, все техники немножечко перемешиваются, да, как говорится, и часто одно сложно отличить от другого. Но здесь он для себя берет достаточно высокую ноту. Я, если буду повторять его вокал, у меня это, конечно, не будет с таким разрывом звучать. Но если я возьму вот эту ноту его... еще ярко открывает, прям сильно открывает челюсть вниз. На этой высоте у меня не получится так ярко проявить тон, но что-то похожее. Да, на этой высоте у меня, возможно, так ярко не получится проявить тон, но какая-то такая история, да, гибридная, то есть можно назвать это фолскордом. Можно назвать это гибридной какой-то историей между фолскордом и фраем. В любом случае, там яркий тон сначала. Заужение. И некоторое количество продува. Как-то так. Это все звучит у него, и мы с вами можем посмотреть, кстати, мультитрек тоже. Но у него он, даже, знаете, иногда как будто бы у него такое маленькое совершенно количество воздуха, такое маленькое количество продува, что можно даже не подумать, что это сделано на каких-то продувных техниках, да, можно просто сказать, что он... Типа вот так просто кричит. Больше фраевой какой-то такой истории. Но там, знаете, разница условно в одном действии. И там тон можно сохранить. И в фрае, конечно же, и в фолсте. Я как представитель и любитель больше фраевых звуков, у меня это может звучать не так жирно и ярко, конечно же, это не будет у меня так ярко звучать, потому что, как у него, тем более в моем диапазоне, да, каком-то. Почему? Потому что мой голосовой аппарат больше настроен на другие структуры, да, немножечко, и на другую технику, и я могу повторить эту технику без проблем, но звучать она у меня может в силу... Скажем так, что я ею работаю не постоянно, я ею работаю редко, она мне может звучать не супер ярко. Так уж, пожалуйста, извините. Давайте посмотрим, что у нас по мультитреку. Распаковка. Распаковка, нахуй.
Здесь будет история с комментариями, я буду переводить, наблюдать. Alright, let's check out these vocals. So it looks like we have a main and a double. Да, что есть, originally. Здесь есть главная и дублирующая дорожка. Mysterious form, so in the dark, out of the sea. I'm gonna turn them down a little. Ну, сложно назвать на самом деле это чистым фраем. Нет. A little bit, but they sound great. That's what screams should sound like. I mean, when you get screams that sound this good, and as you can see, they're already. Но вы можете тоже вам хочу сказать, что это дорожки уже с обработанным вокалом. То есть, да, здесь выкладка идет, распаковка по дорогам, но это обработанные вокалы. Знаете это? Pre-compressed. Obviously, they were tracked with compression going in, and probably some distortion or something, or they were distorting the compressor, whatever it is, like. There's not a ton to do to these vocals. You do need to make them work. You might need to do some corrective EQ, et cetera, you know, whatever you got to do to make it work. But just keep in mind that these already are coming to you with some processing on them. Mysterious form, so in the dark, out of the series in concrete wave. Слышно много дорожек, да? Okay, so here we have a stereo vocal. Sounds cool. Три дорожечки. And I think the classic Gojira epic chorus-y moment. Вот здесь интересно, обратите внимание, во время припева 2, 4, 6 дорожек. Сейчас посмотрим, что там внутри. So that pitch scream is one of the most iconic things they do, and I also... Да, то есть комментатор здесь говорит о том, что как раз-таки тон в скриме, да, его скрим с тоном, pitch scream, да, это самая его каноничная такая история, которая для Гаджиры характерно. So, I hope I don't sound like I'm kissing this band's ass. I just do think this band is that good. That pitch scream is one of the most iconic things that this vocalist does. And you can dissect it right here. People have always wondered, like, why it sounds so great. Like, is it a combination of screaming and singing? Or, like, is it a scream? Is it a pitch scream? Like, what is it? And I think it's I think it's a lot of layers. But let's see, let's see. Pain! Да, слышно, да? Ну, у него нота более яркая, да, у меня не будет такой здесь ноты. Я бы это, если бы я это пела на этой высоте, я бы с такой силой не подала, конечно, потому что я женщина. У меня здесь как бы такая яркость звука. Даже на фолс, на фрае. Не была бы такой мощной, да? То есть для него это так, как бы уже будет повышение ноты как раз-таки, а для меня это будет понижение ноты, поэтому я что-то подобное вам... У меня звук будет очень сильно отличаться, даже если я буду повторять технику. It's killing me. So pitch screams. Mm-hmm. Pitch screams. И чистые дорожки. All right, so. То есть здесь у нас продублировано скрим, ну скрим его вот этот, да, с тоном, и отдельно он пропевает все это чистым. И, кстати говоря, если честно, это секрет очень многих экстрим-вокалистов, где вы думаете, что, боже, почему это так на разрыв звучит, иногда припевы, да, особенно, почему это так ярко, но почему это я так не могу? Потому что вы не записываете 6 дорожек, дублируя каждую. Потому что, да, частенько, когда пишется экстрим-вокал, часть дорожек пишется более ярким экстримом, пусть и даже с тоном. Часть дорожек пишется чистым вокалом, и часть дорожек пишется, например, более мощным экстрим-вокалом с закрытием тона, да, если можно так сказать, с закрытием тона. Из-за этого создается вот этот эффект мощи
такой, знаете, хор экстрима, который вот так сглаживается, и кажется, что у человека просто какой-то дьявольский голос, а там на самом деле просто шесть дорожек. Four pitch screams and two just regular sung tracks, I see. So, but no straight up screaming tracks. И вместе это звучит. Там фоном еще где-то интервальчик был. И видите, да? Если вот так вот просто выключить вот это вот все и включить просто инструментал вместе с вокалом, когда все это сглаживается, кажется, что это один голос. На самом деле, конечно же, не один. На самом деле, конечно, там целый хор, и плюс еще там могут быть какие-то интервалы, которые тоже дублируются, да, в этом секрет студийной записи, да, и частенько группы, когда выступают, они берут эти все дорожки и пускают плейбеком. Это тоже очень круто вытягивает живые выступления, делает их похожими на студийные. Когда вы включаете большой плейбек со всеми бэками, со всеми бэк-вокалами, причем инструментальными, с какими-то синтами там тоже, и сразу на новый уровень выходит выступление. Так делают практически, ну, это большая часть профессиональных команд и не очень профессиональных, у кого есть вот эти вот аудиодизайн, саунд-дизайн какой-то, вот там в виде какого-то хора, в виде каких-то синтезаторов и прочее, каких-то звучков разных классов. Pain is killing me, bro. Pain right, is killing me. And looks like we got, it's called Dist V Plastic. We heard this earlier by accident. I had it on mute. То есть в целом его секрет записи его голоса, он достаточно простой. Как вы видите, да, здесь ничего необычного, нету какого-то сумасшедшего бешеного количества дорог. Есть, когда это какая-то лидирующая партия, просто это две дорожки, иногда три. И когда это припев, конечно же, нужно это все ужернить, зажернить и записать по две дорожки. У него записано разного вида воспроизведения припева. Чистый экстрим и еще там какой-то другой экстрим, да. То есть вот эта техника, как мне кажется, можно ее повторить, исходя из вокального брейка. Ну, то есть когда вы работаете на стыке смыканий тонкого и толстого, да, или там тонкого и толстого, и, пардон, и придыхательного, когда вы заужаете свой миксовый или толстый звук, да, и потом даете туда, даете вот этот брейк, да, вот на этой истории вы работаете, и можно, в принципе, сымитировать, подснять этот звук. Наверняка у тех, кто больше практикуется в фолскорде, это будет намного лучше, чем у меня. Я это знаю, можете не снимать об этом видео. Я знаю о своих вокальных способностях, я в курсе. Мне пофиг, что вы об этом думаете, уважаемые сниматели видео, на эту тему, да. Ну, просто я знаю, в чем я сильна, свои вокальные возможности, свои какие-то вокальные возможности, которые можно развить там и так далее, и снимать оскорбительные видео не обязательно для того, чтобы мне об этом сказать, иногда можно просто написать в личные сообщения. Я люблю общаться с людьми посредством личного общения, а не переговорок хейтом. Да, но это такое лирическое отступление, простите. Да, в общем, я бы это делала на брейке, на стыке, то есть тон, подгруз драйвовый, да, такой, то есть сужение преддверия гортани и пропуск воздуха в небольшом количестве. Чем меньше мы воздуха пускаем, тем больше у нас остается тона. То есть, допустим, в чем, как эта градиентность появляется с тоном, да? То есть у нас в данном случае, вот я даю много тона, подгружаю, и если я даю много воздуха, у меня тон исчезает, да, то есть он вылетает наверх, он становится какой-то более там фальцетный, высокий и так далее. Если нам хочется сохранить наш тон, который изначально есть, нам нужен либо фрай, да,
Либо нам нужно меньше воздуха подавать на продуве. Pain is killing me! Если уводить это все пониже. Oh, pain is killing me. Wow. Oh. Oh. Да, тоже я убираю смыкание толстое, меняю его на тонкое, на придыхательное, и, соответственно, чем меньше воздуха подаю, тем больше тона мы слышим. Pain is killing me. И так далее, то будет еще более похоже, но, конечно же, не сравнивайте, я просто вам говорю технические аспекты, не сравнивайте это с тембром. Да, акустика здесь очень важна, видите, раскрывается намного лучше, когда челюсть хорошо отпущена вниз, когда можно там еще язык чуть-чуть задвинуть, будет еще жирнее. Pain is killing me. Да, чтобы звук был такой более дребезжащий. Еще если открыть вниз, будет еще больше всяких интересных обертонов. Ну, в общем, суть такая, да, что это работает на сломе, на стыке регистров. Соответственно, да, друзья, ну что же, я считаю, что это было супер яркое открытие Олимпиады. Это супер яркое событие для метал-музыки. Все-таки мы все равно, как ни крути, мы андеграундная история, да? И когда нас вот так вот на весь мировой, на мировой арене выступает какая-то метал-группа, это всегда гордость, знаете, как будто, я не знаю, сын или брат там вот, молодец, вот, как за себя рады, да, что вот нас заметили, мы вот, мы тоже можем. Мы — это в смысле метал-сообщество, метал-вокалисты, метал-музыканты, друзья. Друзья, напишите, пожалуйста, понравилось ли вам открытие Олимпиады, понравилось ли вам выступление Гаджиры. Мне кажется, это было просто супер, особенно вот этот выброс кровавый, да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Да, друзья, также подписывайтесь на меня обязательно во все мои соцсети, они в описании, и приходите на занятия и на мои обучения. Я и преподаватель Эльвира вас очень-очень ждем. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.